Ты можешь ему дать, он даст тебе. То есть должен быть обмен. Нельзя забирать. Когда только забираешь, это тоже перенаполнение. Ну, ты понимаешь, да, человек уже становится. Люди, которые с хорошей положительной энергией, они уже потом не будут отдавать. И человек перерождается, такого забирающего, 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 все. Когда он действительно будет нуждаться в энергии, ему эту энергию никто не даст. Так, смотри, сегодня по тренировочному процессу, значит, что мы делаем? Мы сегодня с тобой сделаем, поскольку, ну, 110, заряженный, все в порядке, давай сделаем первую тренировку с двойным упражнением на грудь. Угу. Значит, долгая бабочка у нас хорошо же заходит, помнишь, как дед? Я предлагаю с двое с жимом лежа. Сперва жим, потом бабочка. А вот тут, давай повыбираем. Это сейчас все равно будем смотреть, что лучше сегодня такой будет вводящий. То, что результат будет 100%, да, вопрос вот как в последовательности. Жмем Смита и разводы вверх головой в кроссовере. Народу сейчас мало в зале. Сейчас сразу приготовим, и по этой составляющей пойдем. Так, и потом отжимания со сводами. Три пары. Отжимания от пола или брось? От брусьев. Угу. Ну, нижняя часть. Поэтому сначала сделаем центр базовый. Я предлагаю сначала, давай спагдек начнем. И дожмем. Вес не нужен большой. Угу. Веса большого не будет. Вот, спагдеком хочу, чтобы ты сразу набил и потом дожал. Один подход сделаем так, потом поменяем. И посмотрим, какой лучше будет заходить по ощущениям. Я вот то, что думаю, пагдек меня вырубит сразу. Он закислит сильно. Я бы все-таки первым жимом, а добивочку уже пагдеком. Ну, давай попробуем. Я просто пэк-дек не будет, так как мы тогда делали, до упора. Ага, все. Это мы сделаем затравку, мы должны баланс поймать. Угу. Да, мы сделаем баланс. И так попробуем. У нас 4 подхода, поэтому попробуем так. Okay. Вот, бицепс сегодня грузим. То есть бицепс не будет сдвоенных упражнений, не будем его жарить, будем стараться концентрированный вес. Единственный момент, хочу попробовать сегодня, начнем с изолирующего, формирующего упражнения. Помнишь, мы с тобой об этом говорили, да? А потом попробуем поподнимать большой вес со штангой стоя. Принято. Окей. Ну и в конце опять же перейдем. Или как ты любишь, одной рукой, да? Сквот. Опять со сквота. Вот. Ну и посмотрим брахиалис, если предплечье позволит. Окей? Да. Вот классно. Ловко тренируется, а я расту, да? Ловко я тоже расту. И ловко-то. Вовчик, встань, когда весы. Чего у тебя? Все. Не на кислоты рабочий. Ладно, давай посерьезно, сколько там вес. О, нормально. Ну, 110 где-то, да, получается? 110, да, сегодня 109 900. Это натощак, да, был? Натощак, да. Слушай, давай маленькую корректировочку сделаем. Мы говорили, что пэк-дек с него начнем, с горизонта, по-другому немножко. Сделаем сначала Смита, потом вверх головы посводим в блоках, и вот потом сделаем пэк-дек с жимом, и потом получается отжимание со сводами. То есть видишь, да? То есть у нас жимовое упражнение будет сопровождаться разводами, только в разных фазах. Посмотрим, как сегодня отреагирует группа, ладно? Тренер. Так. Ну что, я подзарядился, хана тебе. Я уже понял. Оно будет и туда наверх. Чисто, чтобы на верхушку. Я думаю, зайдет нормально, да? Да. Да. Класс? Да. Отлично. Все? Ладно. Угол нормальный? Да. Отлично. Хорошо. Как себе готовил, брат? Так, а здесь еще получше. Сразу поставим? Я хочу один подход разминочный, не считается. Угу. Вот с пустой разомнить в разных фазах. Угол только, наверное, вот так. С разным хватом. По 10 раз с разным хватом. Да, поуже, пошире, совсем широко. На меня еще, да? Да. Только следи, я тебе специально по центру поставил и разность. Следи, пожалуйста, чтобы было все ровно. Если боремся с симметрией, обращаем это внимание. От груди. Сначала грудью, потом плечами, передний дельт ты жмешь, потом трицепсом. Попробую найти. Да. Где трицепс, где передняя дельта, где грудь.
Вот, теперь грудью чисто. Сильнее плечами вверх. Вот. 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 Даже с маленьким весом прожми ее так сильно. Спина лежит. Ты почувствуй, что размялся, можешь ставить. Следующий подход будет уже рабочий. Суперсет сразу? Да. Там 4 поставлю плитки, не 3. Ты пробовал 3, поставлю 4. Один. Чуть быстрее валай. Еще. 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 Раз. Раз. Два. Поджимай. Три. Четыре. Еще раз. Ставим. Быстро туда. Не вовнутрь, а вверх. Как разводы и вверх так. Вот туда, да. О. Вниз не бросай, вниз расслабляешь. Держи вниз. О. Еще два раза. Еще раз. Молодец. Сейчас сразу на сдвоенном упражнении забыл, как дышать. Где выдох должен быть? Вверху, а ты опять начал вниз уходить, и внизу выдыхаешь, поэтому тебе тяжело. Поэтому сразу за счет дыхания старайся себя завести. Легче не будет. Сейчас еще вес добавим, и здесь добавим. Сейчас не было тяжело. Я понял тебя. Ну, первый вот втягивающий, да? То есть смысл понял. Быстро переходим. Сейчас по 10 или по 15 можно там добавить? По 15. По 15. Здесь по плитке еще, да? Угу. Быстрее. Дыши, дыши, дыши. Еще. Два. Раз. Ставим. Вот. Жестче. Фу. О. Сильнее своди. Сейчас сильнее. Еще два. И еще раз. Есть. Как сейчас? Хорошо. Туда. Так, мне надо понять, как тебе помогать. Я сейчас нормально тебе помог? Да. Или неровно еще было? Просто со стороны стою, нормально. Немножко баланс. Нормально. Окей. Все. А, там что, пятерочку только добавим? Чуть-чуть хватает, да, вроде? Чуть-чуть. Или оставим так? Можно добавить. По пятерочке? Да. А с утра-то как-то было мне так вроде сонненько, а сейчас как-то уже хорошенько. Непривычно, да? Да. Дыхание, смотри, следи за дыханием. Тебе сейчас спасет только дыхание. Да, то, о чем мы с тобой говорим, вдох-выдох. На каждое повторение не замедляйся. Если где-то пропустил на повторение, не пошел по дыханию, оно тебя аукнется на последних повторениях вот там. Поэтому и здесь контролируй. Чем больше ты здесь выдержишь, мы не будем сейчас так сильно. Сейчас мы немножко в отказ здесь пошли, чуть-чуть недоработаем, чтобы там еще хватило. Давай, поехали. Сейчас, сейчас, сейчас. Наливает еще. Чуть-чуть. Что? 30 секунд. 30 секунд.
Я понял, ладно. Я не понял, ты что, о чем ты, что ты? Давай, братик, работаем. Сегодня даже пописать некогда будет сходить. Грудью. Жестче грудью. Не трицепсом, не плечом. Только грудь. Вот, молодец, молодчина. Жестче. Разозлись, 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 чемпион. Нам же выигрывать надо. Еще. Еще раз. Ставим. Отлично. Вниз, вниз не бросай. Без рывка. Да, вовнутрь. Во, вовнутрь. Сейчас. Еще раз. Вовнутрь доводить вообще, да? Ну-ка посмотри-ка в камеру. Что-то парень меньше улыбаться стал на третьем подходе. Это два похода. Вот как сейчас, обязательно вовнутрь. То есть, цель какая? Вовнутрь прожать вот сепарацию вот это, да, помнишь, когда? Прожимаешь. Я помогаю тебе. Твоя задача развести и негатив. Не бросай ее. Уже начинает отрубаться, понятно, сейчас незнакомо, сейчас будет такое. Вагил, нам еще два подхода надо сделать. Потому что первый я не считаю. Вообще. Давай, чемпион. Давай, 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 давай. Огонь. Работаем. Отлично. Очень хорошо. Вот теперь я понимаю. Опам, да. Вот, разозлись, чемпион. Хочешь выиграть? Работай. Еще. Еще раз. И вверх. И вверх. И вверх. Еще. 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 Еще два. Давай, чемпион. Люто. Когда он будет люто, у него самого как будто все начинает там приливать. Там прям чувствуется, как ты доводишь. Вот. Вроде с одной стороны хочется и вес снизить, а думаешь снизишь, будет не то. Поэтому можешь вот так помочь. Понятно, что там уже отрубается. И сейчас все будет хуже и хуже. Но еще один подход надо сделать. Чуть больше отдыхаем, чуть больше. Да, да, да. Сейчас это, да, надо передохнуть. Там как раз очень удачно вот эту фазу, мертвую зону, вы мне помогаете. Да, 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 да. Я ее, ну, прям я чувствую, как она волокна. Только ты знаешь, еще есть момент, что ты как бы доводишь. Ты когда доводишь, доводи сюда. Вперед. И дай чуть-чуть вперед. Вот досвисти, знаешь, так. От плеча. Не руки выпрямить, а стрельцы. Плечом довести. Вообще супер. Вообще молодчина. Давай, чемпион. Молодчик. Не выбрасывай вверх. Еще. Еще раз. Хорош. Штанга хорошая сейчас. Больше плечами, больше грудь. Вот, больше грудь. Еще. Больше, 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 больше грудь. Еще. Больше грудь. Еще раз. Еще.
ставим. Я подам, подам тебе. И на меня тебе. Прям выдавливай. Выдавливай еще сильнее. Во! Обратно. Обратно. Еще. Еще. Пошел, пошел. Еще. Два. Мамочка. Вот как в последний раз сделал. Она отклонилась и грудь вперед. Вот так. Туда. Что по весу? Вес хороший. Больше не надо. Тогда больше напряжения держи. Mm-hmm. Мне недостаточно напряжения. Здесь вот первый раз делаешь, такое ощущение, что на негативной фазе вообще не можешь удерживать. Концентрируешь как будто на других мышцах. Держи на груди. На груди. Mm-hmm. Поэтому вот как ты в конце грамотно отклонился, mm-hmm. вот и постарайся на этом. Все остальное расслаблено, только грудь. Принял. Темп лютый, да, сегодня? Да, вот так. Еще следующую неделю, потом перейдем на два раза, будет поинтереснее. С одной стороны, будет полегче, но с другой стороны, требовать будем больше, и упражнений сделаем побольше. То есть будет там, может быть, одно упражнение и три пары уже на грудь будет, вот таким образом. Но опять же, все по ощущениям. Важно, чтобы ты мне обратную связь дала, чтобы не было перебора. Вот. Ну и сразу же понял, да, то есть ты как только сделал, старайся после этого в ближайшее время сюда покушать. То есть прием пищи должен быть, и сразу восстановление. То есть тебе нужно, ну, понятно, что съемки съемками, но оптимизироваться, чем быстрее ты там переоденешься, до дома дойдешь, примешь там отдых, потому что вечером будет следующая тренировка, и пощады не будет ни хера. То есть там вот как раз вот баланс, сейчас мы втягиваемся потихонечку, да, это не означает, что каждый, но вот, например, на плечи предлагаю тоже попробовать сдвоенные, сделать три пары. Вот, а когда перейдем на двухразовые, то, ну, представляешь, на заднее бедро и голень – это отдельная тренировка. Ну, таким образом мы удержим. То есть сейчас у нас все идет по плану, видишь, мы держим вес, ты улучшаешься. Ну, теперь уже разговора про 212 вообще не идет. Давай, чемпион. Грудью, да? Не просто сжать, а именно грудь прожимай. Во. Жестче. Жестче. Вот. Молодчик. Не останавливайся. Не останавливайся. Да, концентрация хорошая, ну и темп быстрее. Накачивай, 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 накачивай. Накачивай, накачивай, накачивай. Еще. Еще. Еще разочек. Ставим. Локоточки пытались получше. Чуть-чуть получше. Во. Негативно сильнее держать. Обратно. Вот сейчас лучше было. Во. Чуть быстрее. Во. Вот, отлично, огонь. Во. Дожимай, дожимай. И с задержкой. Хоп, держи. Обратно. Держи. И еще раз. И еще один. Молодец. Да? Дыхание удается сдерживать? Угу. Нормально, да? А, знаешь, еще какой момент заметил там? И все хорошо, но расслабление, я понял, получается за счет того, что ты бесконтрольно оставляешь дыхание на выдохе. Ты как бы выдохнул и все отдал. Знаешь, вот попробуй, удержал и такой не резко не выдыхай. Потому что ты резко выдохнул и как будто и грудь провалил. Выдох есть, у нас он продолжительный, у тебя выдох идет и как бы чуть-чуть, например, как сказать, верхний диафрагм, то есть смотри, то есть вдох, фу, а у меня еще воздух остался, чтобы удержать. Все, нельзя выдохнуть так, чтобы провалиться. Понял. У тебя чуть-чуть воздуха должно остаться для того, чтобы удержать напряжение в негативной фазе. Mm-hmm. А там есть провал. Вот сейчас реализуй, еще два подхода осталось, реализуй так, чтобы вот это напряжение оставлять, mm-hmm. потому что негативную фазу мы просаживаем вообще. Очень хороший эфир. Вот здесь дышишь правильно, четко. Во. Еще два. Раз. И короче. Молодец. Вот здесь вообще огонь будет. Там же так же. М-м-м.
много выдохнул. Во, вот. Вот точно. Во. Отлично. Молодец. Помогаю. Продали. Сразу вдох. Во. Сразу вдох. Сразу вдох. Вдох. Еще два. Еще раз. Молодец. Ну вот сейчас вроде так получилось. Теперь вопрос. Еще один подход сделаем или хватит? Хватит. Вот. А мы три сделали или четыре? Три. Нормально сегодня. Хорошо, нам еще отжиматься и своды сделать, поэтому... Еще пара одна, да? Да. Здесь, возможно, тоже на трех остановимся, но только от работы все три. То есть нет такой цели, там, четыре подхода нет, все по ощущениям. Я сейчас тоже думал, что сделаем, но сегодня сейчас ты выложился нормально. Я чувствую, что важно, вижу, такую не перебрать. Ни хрена, давай еще один, четвертый. Ни хера себе. Фига себе, ты что, в туалет сходил, что ли? Балас снял? Вот это уровень, блядь, Вовчик. Ни хера себе. Братан. Согласен. Молодец. Молодчик. Еще. Еще. Очень хорошо. Еще. Еще. Еще два. Еще раз. Молодец. Теперь подрастини по возможности. Вот так. Вообще. Растяни. Молодец. Во. Блядь, вообще плечи на месте. Вообще ни перекоса, ничего нету. Молодчина. Еще, Володь. Еще два. И еще раз. А можно спросить, ты куда ходил? Фух. Я не понял, что было, блядь. Можно тебя еще? Да я прошелся. И такое, знаете, как оно лежало, блин. Слушай, а можно после третьего подхода тебя сюда отправлять? Что, четвертый? Нет, здорово. Но оно есть такая тема. Мне вот... Мне кажется, когда на низких углях, вот этот вопрос, он такой коварный. Ну, типа, еще один или нет? И организм такой сигнал тебе. Ты хватит. Я знаю, что думаю, что, наверное, сейчас последнюю пару будем делать. Слишком для пары, для первой тренировки сдвоенных упражнений чуть быстроватый темп. Вот так. Есть такое? Потому что сейчас ты чуть побольше отдохнул. А, в крайнем подходе? Да. Чтобы перезарядиться как бы немножко. Ну и знаешь, еще есть такой момент, когда сдвоенное упражнение, есть такое понятие, как второе дыхание. Тоже, ну, имею вот в виду, да, что тоже, да, может открываться в момент. Поэтому подлавливай, здесь надо будет тоже на заметку взять. Ну вот сейчас у меня чуть адреналинчик поднялся. О, Володя разговаривать стал. Нормально. Но когда есть вес, ага, ты сделал подход, все, он у тебя всплеск произошел, и ты на нем уже... Ага. А здесь, видимо, именно веса большого нету, но и надо накопить вот этот вот, ну, чтобы всплеск произошел именно количеством. Грудь на меня. Во. Во. Не выбрасывайся вверху. Прожимай. Во. Меньше механики, больше прожима. И еще раз. Вниз. Вниз прожимай. Во. Вместе. Постарайся сильнее растягивать. Все, плечо уже не болит. Во. Больше забирай. Вот, молодчик. Больше забирай. Вот так, больше забирай, от плеч. Еще два. Еще раз. Молодчик, огонь, забрал. Потому что Игорь там рассказывал. Я говорю, ну, сейчас посыпаться стал. Ну, поскольку рано встаю, там, ребенка в школу. Ну, как бы, рано так. Вот, все, половинку выпил, что-то у меня вообще там, блядь. Движ такой начался, так сразу, знаешь, такая тема. Прикольно. Это бывает порой, знаешь, у меня со вкусом постоянно пьешь. Вот, уже, ну, она кисленькая, да, вкусненькая, так, знаешь, и потом уже, ну, придумать, хороший, братан. Стимуляторы такие, типа, вот, гуараны,
спину, они прямо спасают. Ну, видишь, мне нравится, что она не нарушает, то есть мне наоборот добавляет концентрации больше, да, мне не то, что как бы как-то штырит от нее, да. Оно как-то повышает такое внимание больше. Грудь ты меня сильнее. Вот, не выбрасывайся. Вверху, наоборот, прожим должен быть. Вот. Вот сейчас. Вот, супер. В общем, охерительно просто. И еще раз. Пошли. Без замаха. Широко-широко, но... Вот. На прожим. Еще ниже к паху. О, сильнее. Еще. Грудь вперед. Грудь вперед. Еще два раза. Еще. Опять немножко сейчас начал выдыхать. И отпускаешь. Прям чувствую, что я ее ловить должен. От тебя задача. Угу, удержим. То есть это как бы, знаешь... Надо такое взять, что ты уже стоишь на сцене. Первое, второе место. Чем больше тебе пороться на груди будет, тем судьи больше отдадут тебе предпочтение. Ну, это, понимаешь, да, это ты обыгрываешь, каждый раз обыгрываешь, обыгрываешь. Это такое мышление поможет тебе просто завестись еще. Мне кажется, первый подход вот здесь был чуть-чуть поинтереснее. Я такое ощущение, сейчас слишком высоко начал отпускать. Нет, нормально. Нет. Ты стал отпускать. Проиграли в негативной фазе. Из-за этого такое ощущение. Угу. Придержи и держи на напряжении. А сейчас ты сделал. И вот здесь вот этот провал. Понял. Как я вот там тебе, помнишь, сказал, да? Как будто хоп и отпустил. Во. Жестче дыши. Во. Ты должен дышать так, чтобы меня ветром сдуло. Во. Жестче. Больше воздуха. Во. Еще. Еще раз. Молодчик. Во. Во. Вот так. Во. Руки не сгибай внизу, наоборот, выпрямляй их. Вниз туда. Вот так. Еще два. И еще раз. Молодец. Сейчас поинтереснее. Да. Сейчас чуть больше отдыхаем, и четвертый подход. Угу. Желательно чувствуется, помогает тебе, что кожа такая уже поднатянутая. Ночью потею. Ночью? Сегодня две футболки поменял. Процесс идет. Угу. Я уверен, что когда мы начнем два раза тренироваться, он просто все за две недели сгорит. Два раза так стимулировать жесткий метаболизм. Нам надо будет и углей поднавалить тоже. Смотреть. Нагрузки само по себе намного не будет. Просто... Ну, именно из-за того, что два раза в день. Она, ты как ты можешь кардио балансировать. Ты балансируй кардио, чтобы тебе... Кардио уберем. Я практически уверен на 100%, что Крис скажет, что брать. Ну, если две силовые. Потому что силовая, с точки зрения даже... Еще позировать не забывай. Что позирование остается тоже как тренировка. Да. То есть, ну, силовая как раскручивает, ну, метаболизм, кардио курит в сторонке, по-моему. Грудь у меня жестче, жестче, грудь прожимай. Вот, жестче прожимай. Еще прожимай, прожимай. Вот. Еще сильнее. Еще раз. Не сутулиться, грудь вперед. Во. Плечи приподнимай, плечи. Плечи поднял. Вот, от плеч, плечи вверх, вниз. Просто грудь прожимаешь, как вот позируешь. До сепарации, чтобы делилось, поперечное сечение было. Еще. Быстрее. Последний. Еще быстрее. Еще. 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 Три. Раз. Молодчик. Ну что, дыхание, смотри-ка, да? Все, он держится. Отлично.
Сколько у нас время? Я не засек по времени. Сколько получилось на грудь? Минут 45? 40 где-то, да. Отлично. Да. То, что надо. 40, да? 50? 50, да. Слушай, 50, вот то, что надо. Вот у нас примерно такого плана должно быть с тобой выходить час. Час на одну группу мышц. Ну, то есть плюсом с разминкой. Вот тренировка часовая. Плюсом потом еще уделяем 1,5 часа, 30 минут после каждой тренировки по зиме. И утром, и вечером, да? Ну, сам ты позируешь херово. Вот то, что я смотрел, да, ну, блин. Прости, дело не в том, что херово, я не на твой счет, на свой счет не воспринимаю. Я хочу, чтобы ты начал позировать без зеркала. Я понял. Без зеркала. Как мы помним, с тобой сказали, все, зеркало уходит на второй план, потому что на сцене зеркало... Я, кстати, сегодня об этом думал только, когда собирался, что... Надо бы нам начать позировать без зеркала в том зале. Я тебе тогда еще сказал. Потому что перед зеркалом я-то дома сам делаю, да? Я тебе тогда еще сказал, то есть у тебя будет такое самое ментальное, чтобы ты сразу сканировал любая поза. Ты видел, я тебе перекинул позирование для лабрада? Видел, какие движения? Бог позинга. Вот это подача. Да. Да? Он маленького роста. Этот чувак был топ-3, он был третье место у него на Олимпии было. Это времена Ли Хейни. Ну, это, блин, это Шон Рейтер позирует. Искусство, да. Искусство, да. Видел, как музыка подобна. Подвижность, я, конечно, в шоке. Да. Так, чувствую тебя тело. У тебя тоже есть. То есть просто расслабить. Сейчас ты, чем больше мы будем массажить, ты сейчас уже подвижность у тебя больше. Просто тебе нужно подачу быть. Поэтому каждое позирование сейчас буду, это будем произвольное. Это отдельная история. Выберешь музыку, тоже готов там пообсуждать моменты, помочь. Обязательный поз. У тебя подача не как кочерыжка, а ты стоишь, вроде парень невысокого роста, то есть должно быть ощущение восприятия, вроде парень невысокого роста, блять, ну массивный, так вроде еще и двигается, восприятие, понял? То есть когда тупо, живот вывалился, нет, ты всегда должен, любое твое движение. Потому что в какой-то момент судья же смотрит. А ты в этот момент в переходе, он увидел, уже живот вывалил. Так, галочка, все. Ты потом ему доказываешь, что у тебя живот не торчал в позе. Он увидел, пока ты в переходе, живот вывалил. Готов? Да, вышел на сцену, это 100% времени вот, должен быть. Поэтому 30 минут, считаю, у тебя поначалу потихонечку тянется, но 30 минут в конечном итоге, там через месяц, через две, у тебя будет 30 минут. Клауд. Только 30 минут тебя будут дрочить. Вот представь. Так, с маленького веса начинаем. С прожима. И делаем пирамиду здесь. Можешь начать с 13. Смотри, 13-15, как хочешь. Начал 13, потом будет 16, скорее всего, после 16. Нет, по одной руке. С колена. Помнишь? С колена. Прожим. Вот так, да, вот так. Вот так держи. То есть это работаем сейчас вот на эту часть, стараемся. Еще сильнее. Не, вовнутрь. Вот так. Вот так. По большей траектории. Сделаем еще большую траекторию. Во! Вверх не затягивай. Не подтаскивай вверх. Вот. Вот. Кисть, пожалуйста. Вот. Вот сюда, вот так доводи, вовнутрь. Медленнее. Через амплитуду. Еще сильнее захват сделать. Вот так. И еще. И еще раз. И еще один. Обычно, прилично. Видишь, ты вот по инерции ты уже привык так делать. А я тебе наоборот. Затрагиваем те волокна, которые еще не работали. Понял. Вот так. Разверни его. О, внизу до конца, но держи в напряжении его. Да, вот чуть-чуть. И через амплитуду. Вот так. Вот так. Вот положение, класс. Выше вот эта часть должна быть, вот. Блять, Володя. Еще. Не торопись. Прожимай. Вместе поднимем, прожимай. Блять, еще раз. Наружу. Во. Вот так. Вот так.
Как Вовчик. Красава. Давай, чемпион. 4. 6. Еще раз. Раз. Молодец, придерживаешь. Отлично. 2. Сам все делаешь. Наружную часть гантели. 3. Дыши глубже. 4. 5. Еще дыши. 6. Жестче. Эта рука сильнее. Вниз медленнее. Во. Вниз медленнее. Еще делай. И еще раз. Охерительно, блядь. Надо было одну тренировку просрать, чтобы так. Ну, просрать — это прям громко сказано. Ну, нет, для меня, еще раз. Наш мир, да. Ну, Володь, я знаю, что вот на сегодняшний момент на одну тренировочку мы не попали точно. Все остальное мы доколо, но одна мне не понравилась. Да, как по всем, это я не получил тот результат, который я хотел. Поехали. Старайся локти держать вовнутрь. Еще локти вовнутрь. Локти вовнутрь. Особенно левую. Вниз медленней. До конца выпрямляй. Еще. 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 Еще два. Раз. Найс. Локти внутрь, так. Да, 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 вот так. Прям вот вывернул их, да. Вот так. Чуть-чуть уже. Во. Блин, отлично. Молодчина. Молодец. Очень хорошо. Во-во. Просто огонь. Давай, чемпион. Да. Вниз. Вниз держи, придерживай. Вниз не бросай, пожалуйста. Держи, 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 держи. Еще. Еще, я не могу тебя пустить. Вес хороший. Я так скажу, по 2,5 накинул. Но тоненького, потому что рабочий момент, чтобы, ну, 50, да, тут? Да, здесь 50, 50, 55 делаем. Отлично. Чуть-чуть не докидываю. Вот здесь останавливаемся. Вот. Вот. Во. Вот здесь. Вот здесь. Я поднимаю, ты опускаешь. Опускай медленно. Все. Держи. И еще раз. Держи. Добавляешь в весе, добавляешь в объемах, а жир уходит. И вот то, что я называю кондицией, вот это называется, да, профессиональная работа. Я говорю, как суходрочка, да, когда ты, да, что там. Я на массе, блядь, я на сушке. Бред сивой кобылы, блядь. Один. Два. Половинки. Раз. Половинка. Два. Целый. Держать. Держать. Еще раз. Держи. Еще раз. Держи. Держать, держи. Держи, 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 держи. Ноги чуть можно задаться. О. Только ты упираешься не локтем, а подмышкой. Чуть-чуть. Вот так, вот в таком положении. Да. Да. Принял. И опять же, помнишь? Да. Вот так. Вот так, я понял. Что там? Не понравилась цифра, да? Во! Больше молочина. Чуть-чуть еще углубил я. Вот, во! Вот так. Снизу половиночки. Раз. Два. Три. И вверх. Оп, вниз. Медленно. Держи, 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 держи. Еще раз. Угол. О. Три. Медленно. Половиночку. Раз.
два, три и целое. Держать. Конца вверх. Можем в шаре. Держать. Есть. Половинки отрубают сразу. Нокаут. Через амплитуду. Через амплитуду. Вот. Четыре. Жестче. Еще два. Еще раз. Держать. Держи. Молодец. Сегодня, брат, вообще огонь. Пошли поверим чуть. Погнали. Это именно posing room. Так, ну что, мы отключаемся. Пока что позирование мы показывать не будем, но снимаем. И в конце смонтирую видео. Можно будет увидеть прогресс как в форме, так и в самом позинге. Вот. Сегодня все прошло круто, как и всегда. Ну, такие дела. Ладно. До следующей тренировки. Всем пока.